Всем привет! Итак, очередной тренинг дебютный у меня стартует в конце января. Это будет тренинг по волжскому гамбиту, ну или как его называют на Западе, гамбит Бенка. Изучать будем, естественно, из-за белых, из-за черных ходы, которые вы видите на доске, его и характеризуют. Основная линия — это линия со взятием на b5, после a6 взятием на a6. Но на самом деле у белых есть масса других ходов, например, конь f3, ферзь c2, a4. Да и после cb a6 белые не обязаны брать на a6. Основная идея черных — вскрыть линии на ферзевом фланге для создания контр-игры, то есть линии а и б. Ну а белые, в свою очередь, в главном варианте выигрывают пешку и пытаются доказать, что лишняя пешка — это важнее, чем открытые линии. Волжский гамбит, к нему обращаются очень многие шахматисты, то есть в практике сильных шахматистов гамбит Бенка встречался, ну, практически у всех. В этот раз мы решили немножко видоизменить формат тренинга. То есть, вот смотрите расписание. Из него видно, что начнем мы с турнира с контролем 3 плюс 2 31 января. То есть тренинг начинается 31 января. Как сказали опытные участники тренинга, не один человек, изучение теории начинается после первых синяков. То есть самостоятельно изучать те материалы, которые я готовлю, начинают люди только после первого турнира. Поэтому формат такой. Первый турнир 3 плюс 2, побольше партий, понабить всем шишек. Потом 4 дня у вас будет на самостоятельное изучение нескольких файлов, то есть практически по каждой линии я постараюсь записать ролик. Кое-какие ролики уже готовы. Вот, то есть и только с 5 февраля у нас пойдет основная, начнется основной этап этого тренинга. То есть начнется с ответов на вопросы после самостоятельного изучения материалов. И дальше серия из 3 турниров. После каждого турнира разбор партий. Опять же, посовещавшись с постоянными участниками наших тренингов, мы с техническим директором пришли к выводу, что субботу и воскресенье полностью у людей отнимать нельзя. Контроль один, ну, один день, либо турнир, либо разбор партий. То есть так, чтобы убивать 4-5 часов на участие в нашем тренинге по волжскому, это не требуется. Будет 3 турнира. И в конце, после тренинга, в пятницу и в субботу, 3 турнира с разбором, с разбором партий. То есть как привычно. Только не 5 турниров, а 3. И после окончания вот этой основной части еще будет у нас 2 дня с однодневными турнирами 3 плюс 2. Иначе говоря, всего турниров получается 6. Разборов партий. Разбираем партии с контролем 3 плюс 2. Если остаются какие-то вопросы, в воскресенье у нас еще день ответов на вопросы. Цену решили оставить стандартную, 1500 рублей. Для иностранцев участие, ну, цена чуточку повыше в евро, потому что конвертация. Кто заинтересовался, пишите. Почта, так, у меня вверху, над расписанием. Вот. Расписание его закрыло немножко. Ну и вообще вся информация полезная по этому тренингу имеется у нас
в описании под роликом. Спасибо за внимание. Записывайтесь.